Дорога ребенка в школу должна быть максимально безопасной. К сожалению, не все родители придерживаются того же мнения. Поэтому инспекторам ГИБДД приходится регулярно проводить массовые проверки возле образовательных учреждений и напоминать. Данное мероприятие направлено очередной раз показать, да, водителям транспортных средств, что нужно правильно перевозить детей, что не нужно нарушать. Тем более сейчас у нас погодные условия такие, что нужно ехать аккуратно, тихо, спокойно и обязательно пристегивать детей детским держащим устройством. В этом году в областном центре наметилось значительное снижение числа нарушений правил перевозки детей. Новости хорошие. Вот и среди родителей, учащихся 8-й Ивановской школы, ответственных оказалось больше. С немногочисленными нарушителями работу ведут не только по линии ГИБДД, но и силами родительского комитета. Да, обязательно будет со стороны школы проведена работа. Все будет проведена работа с родителями. Донесем всю информацию до учителей. И на родительских собраниях обязательно все обговорим с родителями, что так нельзя, конечно, поступать. Все-таки это наши дети. Мы всегда переживаем за их безопасность. Мы отвечаем за их безопасность. Мы должны в первую очередь своим примером показывать, где нужно переходить дорогу. И тогда детки будут наши знать. Всего в ходе рейда выявлены 3 нарушения со стороны родителей. 1 переход дороги вне зебры и 2 случая, когда ребенок не был пристегнут или отсутствовало удерживающее устройство. Штраф за нарушение правил перевозки детей – 3000 рублей. Уверенность в том, что чадо в безопасности – бесценна. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.